мероприятие посвящено благородному, драгоценному металлу – золоту. Золото – металл вне конкуренции. Он красивый, желанный, редкий и драгоценный. Золото, помимо того, что это благородный и драгоценный металл, это еще и минерал. Проявляются его великолепные свойства золота. Прежде всего, прекрасный цвет, великолепный, ни с чем не сравнимый. Мера богатства. Мера богатства отдельных людей и мера богатства государств. Каждая страна мира имеет золотой запас. И очень несовершенные монеты, поскольку древние металлурги с трудом справлялись с плавкой металла, с его обработкой. Чемпионский кубок чемпионата мира по футболу. 6 с лишним килограмм чистого золота. Он настолько привлекателен, этот приз, что даже его однажды украли. Это стекло имеет напыление тончайшей нанопленки золота. Вообще первое место, где стали добывать золото люди, это была Намибийская пустыня. Большое золото пришло в Россию вместе с открытием Ерофея Маркова. Горный инженер того же самого Березовского рудника Лев Прусницын не догадался, что если есть коренные, то значит где-то должны быть и в речных долинах россыпи. Мы набираем этот песок в лоток, вот так, вот, вместе с водой, и постепенно этот песок смываем. Оп, вот у нас сверкнул камень, вот они, вот он, один, и вот второй, вот два камешка. Золотой рудник Савука в Южной Африке. Он находится под землей. Напоминает изображение Мефистофеля с гравюр.